Ну, так, пускай я просто ее убрала. Что будем делать? Хочем управить сок от вишни, которую мы набрали. Сейчас ее оперем. Потом тогда, когда прокухаем вишню, сколько будет вишни, столько треба нам и воды исто. Идем 1:1. Ако, например, имате 3 кг вишни, 3 литра воды иди и иди 3 кг шетера. Вишње су набране, само онај, наравно имамо још брат, али ово је за почетак због дјеце да имају који витамин јер је здраво и није прскано исто домаће је наше који онај радили око тога, наравно Бог да не сазрије, нарасте и касније ми можемо да правимо сок. Због дјеце добро ће им дујат сад витамини јер је доктрица баш рекла да једе витамине, онај, па ћемо тако да... Ja ću sad oprat, a ostalo ćemo pripremiti zapravo vodu ovdje, pa ćete gledati proceduru. Idemo sad na pranje. Davaj, idi na pranje. Ну, сейчас пока мы с Фатима на пране вишни, я что хочу сказать. Я первый раз, первый путь буду править такое, смотреть, как оно. Глядать даже, да, вернее, глядать буду, первый. Путь. Интересно, как оно будет. Попробовать. Посмотрим сейчас. Буду смотреть, как оно и что оно. Вот. А как вы Яна, на Украине правите сок? Если ли как правили сок от вишни? У нас делается компот. 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 Угу. Вот, например, бутыль, да? Как у вас называется? Да. Бутыль. Туда сыпется вишня, можно черешня. Можно яблоко. Вот. Потом сыпется стакан, чаша от шакера. Ложится лимонная кислота. Вот. Я твой лимон дал. Лимон, да. И ставится вода. Вода. Поставил воду. И потом большой такой, знаешь, шепа велика. Чуть-чуть наливается воды и ставится на огонь. Угу. На ватру. И ставятся эти бутыля. Ага. Вот. И вот когда ты смотришь, вот так должно быть в бутыле. Ну, там, например, вишни, яблоко, все вот это вот. Украду одну. Вот. И потом получается, что оно меняет цвет. Цвет меняет. Закрыты крышками, знаешь, такими кругленькими. Бою меня, значит, моя история. Боя, вот, меняется. Я чула, реку меня, а лучше розу фарбать. Ага, очень мило. Могу я? Нет. Причаю тебе дальше, как мы правим компот. Сок я никогда не правила. Вот, и потом, когда боя поменялась, разумеешь меня? А? Сконтал? Сконта, разумею тебя. Это, забрал этот бутыль. Ага. Прижал и закрутил крышку. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Помнишь, ты в Николаеве видел вот эту вот штуку? Все, потом перевернул, и должно быть теплое место. Но. И поставил. Схватил. Схватил. Yes, of course. Вот. И оно укрыло его теплым-теплым. Мало тебе та шерпа, треба ж донести велку, оно со спрата. Стичи, те вишни, те шерпи, то я... Ага, и воды еще куда? Я че ты оно говорит, бул-бул-бул-бул-бул-бул. Да. Почне и вред, и значит, все настроено. И потом, ты когда поставил эти все бутыля, закрыл теплым. Я. Вот, тепло должно быть, вручи ему. И оно должно полаку, полаку. Сколько памятно, что не исправило, он доводит твой компот нам. Я хотела, так а что, куда я тебе буду править? Добрый, маешь вишню, можно. Конечно. И яблоко можно туда, и эту, скажи мне, лимон, все вот это, и шакер. Све, во све удроби, а будь вишни. И потом, получается, бутыли остается вот так вот. Вишни, там, яблоко, а все остальное, ну, компот этот. Ну, пробуй, рецепт это бар. Знаешь, что овде, как нас, жена вако прави от вишни сок. Как что че сам фаби има. А будет укусан. Конечно, укусан. Ты потом оно все это пробулькает и останется там сок, а потом ты его налил. И с водой размешал, нормально. Помешал, попил. Ты знаешь, какой сок?
то ты сигурно более сок от своей одного, что купишь. Ну, вишня, ты что, это, во-первых, витамины. Добро, не ест, бо она, то и засока. А? Это он лажает, я ничего не ем. Почекай, почекай. Почекай, почекай. Вот так вот мы правим. А джем, джем, знаешь, как мы, варенье у нас называется. Вот каждую вишенку, косточку. Тин-тин-тин-тин-тин. Ты снимала на машину, что с водой косточки. Да, вот. И это, и достал. Не, не уводим. Не. Устала она там. У Сюзанны там дома. Тупо, не, тупо, как-то. Достал эти косточки, потом, например, вот у тебя вишни. Сколько, да, например, 3 кило. Тоже идет 3 килограмма шекера. Вот. И оно стоит. Вот если я сегодня до нас, да, я сделала вот вишню и шекер. Оно стоит с утра. Ты можешь ставить на ватру. Вот. До нас я, да, вот это сделала вишню с шекером. Вот, потом с утра могу ставить на ватру. Понял? Yeah. И палако, ватра должна быть. Знаешь, вот не на тройке, например, а на единичке. И оно, шекер все тает и дает сок, дает пуна много сока. И потом, значит, оно, знаешь как, вот сегодня до нас оно сварилось. Угу. Убираешь, ставишь его, покрываешь, ну, чтоб муха не села, ну, это вот. С утра. Я не муха, начнем с этого. С утра опять так. И так 3 дня надо варить вот это варенье. Вот. И потом, когда 3-й день оно варится, получается вишенка целая. И потом ты в баночки маленькие. И закручиваешь чуть-чуть. Тоже в теплое место, и оно палако само остывает. И я говорю, вот берешь хлеб, маргарин, потом вишню. Это работала, не бутылки, и оно. Банки, не знаю, как оно тогда вот. Что-то мы нашли. Угу. И тоже так очень вкусно. Так и абрикоса делается, так и грушу можно делать. Mm-hmm. Грушку, знаешь, это вот яблоко так можно делать. Тоже все с сахаром, знаешь, так. И... Ой, только знаешь, он да, брат мой. Ну, понятно. Видимо, какая ситуация. Ну, я же тебе о чем говорю. Смотри, яблоко вот тоже как бы делаешь 4 части. Яблоко вот разрезал на 4 части. Вынужу эту, ну, я внутрицу. Внутрицу вот эту, да. И тоже положил, сколько там, например, у тебя 2 килограмма яблок. Положил 2 килограмма сахара. Угу. Все, оно, вот до нас ты сделал, до сутра оно стоит. Стоит, не трогаешь. И потом опять палака. Вот. Ты это вот тоже варишь, как и вишню.